Недавно в Бобруйске открылся новый детский центр «Смартум». Здесь учат быстро считать. А для ребят от 4 до 6 лет используется специальная методика изучения букваря за 3 месяца. По окончании обучения дети читают целыми предложениями, пересказывают и пишут на слух небольшие фразы. Эта образовательная система называется ментальной арифметикой. Она позволяет развивать максимальную скорость восприятия и обработки информации. Цель курса – гармоничное развитие обоих полушарий мозга за счет мысленной визуализации арифметических вычислений на счетах абакус. Дети очень быстро учатся считать в уме. Память и внимание повышаются в несколько раз уже через месяц занятий. Помещение центра светлое, просторное и уютное. Здесь есть возможность отдохнуть на переменах. А родители могут участвовать в ходе урока и видеть сам процесс обучения. Уникальная методика развивает усидчивость и самодисциплину, повышает успеваемость в школе по всем предметам и раскрывает творческий потенциал детей. Курс сложения и вычитания – 1 год. И еще столько же умножения и деления. 12, 4, 4, 16, 8. Ребенок хорошо стал все запоминать. Стихи с легкостью учим. В школе нет у нас, мы первоклассники, нету никаких проблем. Кроме ментальной арифметики, в центре «Смартум» используются также системы букварь и чтение письмо. Это программа начальной школы. У детей вырабатывается умение читать по слогам, а затем слова и предложения в целом. Одновременно с изучением азбуки ребята пишут на слух и пересказывают тексты. Окончательный результат через 3-4 месяца. Вова. Вова. Мы приходили 2 раза в неделю и смогли изучить и букварь, и научиться читать и по слогам, и предложениями за более короткий срок. Все уроки открыты для просмотра. Достигнутые результаты во время обучения снимаются на видео и в этот же день отправляются родителям. Каждому ребенку индивидуальный подход. Стоимость занятий по ментальной арифметике – 75 рублей в месяц. Уроки проходят 1 раз в неделю по 1,5 часа. Центр «Смартум» находится по адресу Социалистическая, 141. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.